Et moi, je m'appelle Hélène. Мартин, Иден. Плезир. Enchanté. Я хочу стать как вы. Говорить как вы. Думать как вы. Куда ты его тащишь? Оставь его! Все эти месяцы я размышлял над своим положением, и я чувствовал, что во мне разгорается огонь, дух творчества. И он побуждает меня стать одним из тех, чьими глазами мир смотрит на себя. Я решил стать писателем. Я тебя взял работать. Что, руки устали? Утомился. А это что, книга? Ты хоть знаешь, с какой стороны ее открывать? Я раньше никого не любила. Научимся вместе. Нужно, чтобы за тебя кто-то замолвил словечко. Рука помощи. Я лучше отравлюсь, чем на тебя горбатиться. Эй, не надо! Ты пишешь слишком жизненно. По-твоему, я должен закрыть глаза на уродство мира и давать людям надежду? Сколько людей умирают с голоду или попадают в тюрьму, потому что они всего лишь жалкие, глупые и невежественные рабы. Сражайся за них, Мартин. Писательством ты не заработаешь. Мы не сможем пожениться, стать семьей. Идиоты! Глупцы! Почему мне должно быть стыдно об этом писать? Синьорина Елена вам не ровня. Она считает, что мы с тобой не будем счастливы. Но она ошибается, да? Мартин Иден.